Уже завтра сразу 5 радиоканалов медиахолдинга начнут новый вещательный сезон. К осени важнейший медиаресурс страны существенно обновил программную линейку. Еще больше спецпроектов, аналитики и прямых эфиров. В юбилейном сезоне откроют золотые фонды отечественного радиовещания и обновят официальный сайт. Кроме того, за радиокухней можно будет следить в социальных сетях и на официальных видеоплатформах. Подробнее о новом сезоне на Белорусском радио в репортаже Нина Мажейко. Сегодня мы с вами у эфиры. Классичное информационное вещание тут умеют загорнуть и подать, как деликатес. Еще больше аналитики у новых спецпроектах каждый день у 15:30 на первом национальном канале Белорусского радио. От подрыхтовки выборчей кампании до подробязности ходу перепису насельництва. Познайомить с энергетичным аспектом будовництва Белорусской АЭС и зрезюмуют тыдень у программе «7 дзён». Хай-тек-аналитика у передачи «IT-краина». Коли вы еще не знакомы с апошними распрацовками резидентов ПВТ, те еще не разобрались о нюансах системы электронной аховы здоровья, вам сюды. Сегодня гаджеты во всех сферах нашего життя, а многие додатки, программы, уникальный контент створают белорусы, креативная молодь многое створая. Вот все это и есть IT-краина Беларусь. На 106.2 история заговорить уласным голосом. Так упалу и колоса послухаем уживую, дякуючи спецпроекту «Радио Кропка». До 95-годия айчинных вещания первый национальный открывая архивы. Мы снова зайшли у наши фонды, у золотые фонды Белорусского радио, знайшли там вельми шмат цікавых записов, амаль усеяны на стужках старых, их треба алічбовать. Зараз мы гэтым займаемся, и вось у гэтым спецпроекте, а так само у интернете, хутчэй за ўсё на YouTube нашем канале, у социальных сетках мы будем выкладывать гэты уникальные, я лічу, записы, звязанные не только с радио, увогуле с тым, як жила краина у тыя часы. За 95 гадоў Белорусское радио трансформавалася от 30-хвилинной передачи до 5 каналов со своим слухачом. Спокушать мастацтвам, як и заўсёды, будут на канале «Культура». Живых концертов стане больше. До того ж, поширить программную сетку, дякуючи кооперации с телеканалом «Беларусь-3». Мы, у приватности, в нашу эфирную сетку включаем такие проекты, которые будут знакомить с поэзией 21-го стагодия. Мы активно включаемся в працу с нашим симфоничным оркестром. Симфоничным оркестром «Белтелерадиокомпании». И зим будем писать концерты, которые будут звучать у эфира на хвалях канала «Культура», а так само, которые будут передаваться у обменный фонд Европейского вещального союза. Знакомить с Беларусью теперь и по-арабску. Международное радио «Беларусь» официально вещает на 9 мовах. Для микрофона выкладчик с факультета международных взносин Закара Эльфадель. Громадянин Марокко переехал в Минск еще в 70-х. Тому про белорусов ему есть что рассказать суайчинникам. Вещаем на литературном арабском языке, который является единым для всех арабских стран, а их больше 20 в мире. Международное радио «Беларусь» зараз и у телефоне. Теперь любимую радиостанцию можно будет слухать с любой мобильной платформы, дякуючи мультимедийному сервису. Колькость сталых подписчиков складает 850 тысяч, а агульная лишба наведвальников 28 миллионов. Привабливать треба не только аудиторию, але и рекламодавцев. Про гэта не только на великой лятушце супрацовниками. Одразу 5 радиоканалов на передадні нового сезона говорил старшиня медиахолдинга. Закранули и укоранение системы вымярэння у слухачоў, патрабаванні и часу, и коллег за мяжой. Тому People Meter у FM-диапазоне повинен з'явиться у найближайший час. Нина Мажейка и Андрей Христин, агентство «Теленавин».